прадед Булаев Василий Александрович. Родился 12 февраля 1922 года. Был призван в сентябре 1941 года. 7 ноября 1941 года с парада на Красной площади в Москве он ушел на фронт. Его служба проходила в войсках НКВД. Он был водителем грузового автомобиля. Подвозил дополнительные снаряды к местам боевых действий. И так он прошел всю войну. Был награжден медалями за оборону Москвы, за взятие Кёнигсберга, за взятие Берлина. Моего прадеда не стало в 1957 году. И на тот момент ему было всего 35 лет.